пропуска, сейчас пойдем на заседание. Все, вещи выкладывают. В 10 часов начнется судебное заседание. Еще пока что не взяты. Судебное заседание. Да. Когда внутрь заседание? Во-первых, сейчас судья будет, когда правда соглашается. Вы сейчас ничего не запрещаете, не комментируете. Я могу вам правило поведения в суде показать, где съемка разрешается только с пресс-службы, даже здание суда. Можете показывать, блин, здесь общественное место. Считайте, считайте, умеете. Я знаю, блин. Прекрасно. А на какого фига? Давайте так, ну 4 человека свидетели, правильно? Они остаются. Женя заходит, он сам кушает. Нет, да, конечно, сам кушает. Вы, 4, 5, да? Слушатели. Еще кто? 6 человек, вот 6 человек. Складываю. Забегаю сразу на момент. Хотел бы поставить на обсуждение вопрос об отложении судебного заседания, поскольку материал только вчера поступил. Возражение только сейчас, вот там мне принесла и позвонили с канцелярии. Вам надо ознакомиться, скорее всего. Вниз возражений. А по поводу свидетелей? Свидетелей. Главное, я вам объясню, например, главное обеспечить их явку. Я всегда забегаю наперед, если я свидетель обеспечен, я никогда не возражаю, всегда запрашиваю свидетелей по делу. И если они действительно что-то могут показать по существу, то, что вам инкриминировалось, не было. Посмотрите, пожалуйста, на 31-е. Поскольку долгий ящик не надо откладывать, но там возражения поступили не никакого объема большого. Ваша честь, можно я с вами уточню, что 31 числа? У нас 31 числа по второму, так скажем, числа задержанных, Яну Котелевскому на 10 часов назначено 31. И тем больше вам свидетелей не достать в разные дни. Давайте тогда датчиков по времени определить, чтобы на платье не было. Хорошо. Там у вас на сколько, чтобы заняли? На 10 назначено. 10? Да. Ну, я думаю, часа, наверное, хватит, если мы на 11. Давайте на 11. Я думаю, 10. Три свидетеля, у вас там тоже три свидетеля были, да? Ну, по 20 минут, час. Ну, если что, я вас подожду, ничего страшного, главное, чтобы вы здесь были. Тогда просто у меня будет просьба, то есть вы не возражаете? Нет. Не возражаете. Тогда, когда придете в суд, вы, вот Алла будет, предупредите, что вы здесь только в другом процессе, чтобы я без вашего участия не входил в процесс, что вы здесь, что вы явились. Ну что ж, перенесли дело на 31 число, в 10, будет повторное слушание. Так, где тут выход-то? А, вот он. В связи с приобщением новых документов, судья перенес заседание на 31 число, как раз в этот же день состоится апелляционная жалоба по делу Яна по Раменскому беспределу. Так что смотрите. Всем привет. Нахожусь в метро Микинина. Это Московский областной суд. Сегодня здесь пройдут два заседания по Яну Котелевскому и по Евгению. Thank you.
получим пропуск и сразу же запишу все остальное. В суд. В суд. Ну давайте любой пишите. У вас административное, уголовное? Ну, по-моему, любой гражданин имеет право посещать суд. Ну, правильно? Вот на этом основании, пожалуйста, выдайте мне пропуск. На этом основании, да, имеет право посещать. 9 этажей куда направить? В любой. А вы кто? Я вот, пожалуйста, смотрите, я Иванов Борис, вот паспорт. Сейчас придет начальник, пусть разбирается, потому что... В смысле, вы знаете, по законодательству я имею право посещать судебные заседания любые. Могу это любой зал зайти и быть, да, смотреть. Номер зала называется? Давайте назовем 207, допустим. Допустим? Ну да. Нет, просто вы понимаете, я имею право заходить в суд. Вы меня ограничиваете в этом праве? Можете представиться, кто меня ограничивает? Вы можете представиться, кто вы? Ну, кто вы есть? Кто у меня... Судебное бюро пропусков уже не видит. Так, как вас зовут? Альбина Витальевна. Альбина... Как еще раз? Альбина Витальевна? 110 кабинет. А? Так, мы стоим уже на начальника. Начальника? Что, мне зайти в суд нужен начальник? Ну, давайте, приглашайте начальника. Если что, в суд зайти нужен начальник. У меня вас сегодня давайте. Знаете, у каждого своя работа и свои правила. Я живу не по правилам, я живу по закону. По закону вы обязаны меня сюда пропустить. Нет, первый раз. Нет, я просто обучаю сам себя. То есть я смотрю, захожу в зал заседания в любые, смотрю, как проходят процессы, допустим. А для чего начальник-то, что мне пройти в зал, это, в суд? Вы были у нас, да? Да, был. Разок был. Спасибо. Я не вижу, на самом деле, проблем, потому что любой человек может зайти. Странно какие-то. Начальника, чтобы меня пропустить, ну давайте, зовите начальника. Ребят, тут небольшая заминка. Почему-то меня не пропускают. Безосновательно. То есть я говорю, что человек имеет право проходить на любое заседание. А вот эта девушка говорит, что нужен начальник, чтобы мне пройти на любое заседание в городском районном суде. Вот так вот. А можете пояснить, почему вы других-то граждан пропускаете, а меня нет? Тут законы не действуют страны, что ли? Вы знаете, что в здании суда съемка запрещена? Снимают сотрудников съемку. В здании? Только с разрешения руководителя пресс-службы в здании, а в зале разрешение съемки. А вроде же это было Верховного суда, что в здании можно. Я еще раз вам говорю. В Московском областном суде правила такие. Хорошо, понял вас, да. Все, удаляйте. Хорошо. То есть вот здесь туда нельзя, да, снимать вообще ничего? А можете сослаться на закон тогда? Я ссылаюсь на правила поведения в Московском областном суде. Так мы же по закону живем, мы правильно? По закону живем. Ну, так сошлитесь на закон. У меня утверждены правила поведения. Так, сейчас я сотру, только скажите закон. Стирайте. Да, говорите закон. Какой закон вам назвать? По которому я должен стирать требование сейчас. Требование судебного пристава в здании суда обязательно для всех? Правило? Нет. Понимаете, вы говорите, что закон какой-то запрещает мне снимать здесь. Гражданин, я еще раз говорю. Но. Получите разрешение и снимайте ради бога. Так мне же Конституция страны разрешает. Такой порядок, пресс-службу, зайдите, получите разрешение, да. Вы хотите пройти в здание суда? Да, хочу. Какой зал? В любой. Как в любой? Мы там 10 секунд записал. А? А, в любой зал. Что? Как так в любой-то? Но почему я гражданин, не могу что-то зайти? Вы понимаете, закрытые судебные заседания, как вы так, в любой? Так, понятно, значит на закрытый я не смогу зайти. Конечно, но... какой зал вы хотите? В любой открытое заседание. Какой в любой? Назовите зал. В любой. Зачем мне зал называть? Я имею право зайти в заседание суда. Чтобы вас назовите, правильно, да, направить. Вас нужно направить, чтобы... Случайно так попали не... в служебные помещения, там запрещено. Ну, вы мне скажите любое открытое заседание. Я вам ничего не буду говорить. Куда вам нужно, вы сами берите пропуск. Зачем я вас буду? Так вы меня ограничиваете, чтобы я зашел в здание суда? Нет, я не ограничиваю. Назовитесь, пожалуйста, кто вы есть.
Я не обязан вам представляться. Как там? Судебный пристав. Вот номер значка, пожалуйста. Так, 20-30-33-8. То есть вы меня не пускаете, я так понимаю. Вот у меня есть паспорт. Я вас не пускаю. То есть про вот они меня не пропускают, я правильно понимаю? Назовите номер зала, понимаете, такой порядок. Я имею право войти в здание суда? Конечно. Ну давайте 207. Получайте пропуск. 207. Я знаю, что здесь вот пройдет. То есть любую цифру называю, прохожу, да? Хорошо. 207. Давайте. Какой называете? 207, допустим. 200. Оформляю 207. F5. Можете любую цифру, можете там 305 написать. Данил, вот правила поведения в суде, почитайте, пожалуйста. Вы мне? Вам. А как они на меня распространяются? Ну вот вы почитайте, вы сейчас узнаете, как распространяются. А если я живу по закону, то что делать? Сумочку, пожалуйста. Что делать, если я живу по закону, а не по правилам? Почитайте правила поведения в суде. Давайте, вы мне их отдаете всегда? Нет, можно здесь, забрать? Здесь, нет, здесь почитайте. А кем они утверждены? Написано? Так они же утверждены председателем, я правильно понимаю? Председатель выше закона или нет? Пристав, можете ответить? Я вам отвечу. Председатель выше закона или нет? Выше закона. Вот смотрите, они... Утверждаю, председатель Московского областного суда. Как председатель может быть выше закона? Может быть. Так, ребят, зашел в пресс-службу на 6-й этаж. Там, по-моему, Наталья сказала, что снимать в здании суда можно, но заседание, естественно, с разрешения судьи. Но вот. А перед этим внизу приставы говорили, что у них запрещено снимать. И говорили обращаться в пресс-службу, которая разрешает снимать. Ну, то есть такой непонятный резонанс. В общем, все, что сниму, выложу. Внутри уже проходит судебное заседание. Кабинет номер 406, он там справа. Вот, ребят стоят, ждут. Они сообщили, что там находятся какие-то полицейские в качестве наблюдателей, я так понимаю. Вот, им интересна судьба. Судьба человека или что, неизвестно. Но. По телефону при нас. Вот я спросил пристава, говорю, вы банан, что ли, кого-то предупреждаете? Вы что? Я говорю, хорошая погода. То есть, банан, ну, у нас заседание 406, 207 кабинет и 210. Вот он позвонил прямо по телефону при нас, говорит, 406, 410, 407 на месте. То есть, у них такая уже отработанная схема, а здесь, видно, уже пристав, дальше пришли в суд и предупредили. А на втором этаже, где у нас с Яном еще заседание, я предупредил судьи, помощников, что вы на месте, просто мы не можем разорваться. А они сказали, что мы в курсе, так что мы вас ждем. Еще раз повтори, пожалуйста, почему люди выбегают из зала? А, люди выбегают из зала от атмосферы, то есть это такая ложь от сотрудников полиции идет, то есть открытый обман, а суд такой идет формальный, то есть необъективный, просто вот. Как бы сказать, показывают, вот, процессуальное вот, идет протокол, да, введение суда, и судья его придерживается, подсказывая, как нам говорят посетители, подсказывая полицейским, что им нужно отвечать. Ну, если это так происходит, то это, конечно, печально. Судья не имеет права подсказывать, а вытягивать, так сказать, ответ. У нас на заседании сзади вообще суфлёр. Ну, у нас вообще беспредел, а здесь изображается такой вот, а-ля суд. Здесь все культурно, вежливо, здесь есть столовые для судей, здесь все хорошо. Нам подавай другому поколению. А вы постоянно обманываете. Ты залезь в интернет. Не ты, а вы. Я с вами на вы залезьте в интернет. Смотрите, как идет. Посмотрите, я там была или нет, в желтеньком пальтишке. Не было вас нигде. Вы нас не видели, вы обманываете. Я не хочу с вами разговаривать. Конечно, не хотите. Конечно, нет. Вы постоянно посетитель. Вы постоянный посетитель. Свидетель постоянно. Вы массовый свидетель.
Вы такие люди, вы вот этот свидетель якобы видел, как мы там что-то. То же самое, что вы делаете сейчас. А хорошо, вот один последний вопрос. Я не хочу с вами разговаривать. А что-то. Это ниже моего достоинства. Конечно. Оставь меня в покое, ради бога. У меня такой простой вопрос. Вы пришли за справкой в полицию? Замечательно. Вот, хорошо. Вы пришли в полицию за справкой или нет? Единственный вопрос. Ребята, эту даму будут допрашивать как свидетеля сегодня. Вот она якобы видела все происходящее, вот, но никто не знает вообще, откуда она появилась. Но. Она выступает в качестве вообще свидетеля, который получит показания, которые видно, что они лгут. Салам алейкум. Привет. Как ваше судебное заседание? Нормально, у меня свидетель. На месте свидетель. Ну, у тебя же действие должно начинаться. Потому что мы вас свидетелем называем. Гражданин, по-моему, вас попросил. Меня? Да. Я уже ушел, я уже встал. В избежание конфликта отойдите, пожалуйста. Давай, давайте, давайте. Свидетельство. Рассказывай. Попросил, чтобы она не называла нас идиотами. Мы же ее не называем. Я из семьи, потому что там я суд потом рассказал. Вот смотрите, что мы... В задних рядах вообще сидят три сотрудника полиции. Вот. Ну, сначала выступал первый свидетель, от вранья у него тряслись руки. Вот. На вопросы он очень сильно волновался, на половину вопросов явно не смог ответить. В частности, вообще, что такое режимный объект и по каким параметрам вообще это определяется, что объект является режимным. Вот. Также выступал второй свидетель, с которым я раньше был знаком и, видимо, сделал его знаменитым. Вот, и сотрудник уголовного розыска, вот, ну, на что такое является вообще режимный объект, что такое режимный объект и какие нормативно-правовые акты его могут подкрепить, он также не смог ответить. Ну, Судьи, которые они исключительно вызывали сотрудников полиции сюда, хотя нам даже не сказали о том, что будут какие-то свидетели, мы не подготовились к опросу свидетелей, непонятно вообще на каком основании их вызывали. Помимо того, помимо всего прочего, эти свидетели подавали возражения в рамках административного дела. Скажи, что ты давал интервью, и за это тоже предусмотрено. Судья в последнем заседании, этот, как бы мы говорим, типа, ну я же не снимал, снимал орел, голову все виноват. А судья говорит, ничего, он же давал интервью, он же говорил. Я думаю, ну все, теперь надо говорить ничего нельзя. Значит, он производил, да, видеозапись. То есть разговаривать нельзя на территории суда? Ой, это территория полиции. Они же запретили нам аудиозапись, видео, фотозапись вблизи отдела полиции. То есть, если вы знаете, что, возможно, тут находится отдел полиции, хотя он находится в здании детского садика, да? То есть, территория это огорожена детским садиком была, но теперь там отдел полиции. Если вы даже знаете, что не подходите к нему, бегите от него. Реально, там выбегут мужчины с приятелями, его там стоят. Я правильно понимаю, что даже это давать интервью запрещено на территории. Давать интервью, да? Теперь точно тоже запрещено. Ну, то есть говорить там на видеокамеру какие-нибудь слова, это вот, значит противозаконное действие. Видеокамера, если вы при этом говорите, все, вы можете уехать на 15 суток, потому что придут сотрудники полиции, скажут молчать, а вы не замолчите, все, вы уйдете, вы спросите, на каком основании. Все, вы уедете, ну нафиг. У меня просто нет ни эмоций, я не знаю, я с трудом удержал, чтобы очередной раз не уехать на 15 суток, потому что я говорю суду, ходатайство примите мое, я говорю, время ходатайств прошу, я говорю, отвод суду. Я уже сказал, у свидетеля, ну, приглашает на суда полицейского свидетеля, который, ну, якобы дает какие-то показания. Этот, у него опрашивают, потом он берет у людей, которые сидят также в зале суда, какие-то документы и передает их суду. Я возражаю, мое возражение не принимается, суд приобщает эти документы, какое-то возражение на апелляцию на нашу. Административное дело не предусматривает эту апелляцию. Ой, эти возражения, эти бумаги. Возражение слушатель дела вообще. Причем, да, возражение какой-то слушатель сделал. Да, апелляция, вообще непонятно кто. Да. Причем я как слушатель, тебе на стол, пока вы знакомились с видеозаписью, да. Я тебе на стол клал бумажку, судебный пристав ее у меня забрал, да, и вернул обратно. Да. А у них, у этих слушателей, они бы да, принимают наши лед. Да, ну, причем еще интересно, так это в зал судебного заседания, ну, начали резко суд. Вот, все зашли, там все нормально. Потом студент стучится, подходит такой к этому к судье и говорит, там еще люди есть, ты вот дайте я их запущу. Запускают. Это оказались сотрудники полиции 1 П. А, там еще пришли люди, говорят, тоже их пустите, их не пустили. Да. Просто это обычные люди, не сотрудники 1 П, они не имеют права во время судебного процесса заходить в зал судебного заседания. Эти свидетели там уже непонятно чем. В 311 кабинете Мучкин с друзьями, здешними судьями. Свидетелями.
Подожди, судьи мы там не видели. Да. Как, не знаю, с кем там, они там просто договаривались о чем-то. Ну, сам факт, что в здании суда. Да, в здании суда происходил этот договор свидетеля. В здании, потом в зале суда, в 311 кабинете. Друзья, ну это все театр одного актера. Можно одного актера. Нет, я имею в виду, что в суде происходит. Женя взял слово, поэтому. И расходится. Судья уже начал специально оговариваться, что находились в запрещенном месте, в здании, причем в здании мы ни разу не находились. Потом очень весело, судья, даже не уходя в совещательную комнату, вынес постановление. Прям первый судья, спустя 30 секунд, она зашла такая, бумажку взяла, виновен, все такая, вышла. А дальше этот судья, который был тоже такой, все понятно. То есть свидетели исключительно опрашивали для того, чтобы установить дружественные отношения ко мне, чтобы потом постановление написать, что якобы друзья, отнестись к показаниям критически. Он такой, всех опросил, свидетели исключительно в рамках для того, чтобы вот это доказать. А потом такой, мне все понятно, так это прям сразу не уходя в священнику, виновен, до свидания. Секунду, он достал уже готовое решение откуда? Да, прям на столе. Все готовы? Да. Сейчас секретарь приходит, выходит сразу. Отлично. Сейчас пройдем. Так судья уже готовое решение откуда-то из-под полы не достал, что ли? Какое? Он на столе лежал. Все, готовое решение суда. Вот исключительно по Жене. В прошлый раз мы когда 24-го приходили сюда, тут было, то есть ясно было, что судья сам не установил, виновен он, не виновен. Такой еще колебался. Ему оставалось решение получить свыше. Вот теперь они все получили решение, и теперь этот казнить. Все, Мухин. Эти полицейские все лгали вообще, нагло лгали. Есть видео, где мы этого не делали, не совершали. Говорят, я оскорблял сотрудников полиции, высказывавших против действующей власти. Там это производил видеосъемку и подчинялся ответа. Я просто спросил, на каком основании. Каждый человек может посмотреть в интернете, это видео есть, имеется, да. Да, подождите, еще будет дополнение из судов, как они, у нас аудиозапись есть, как свидетель выдает одни показания, а постановление мы видим другое, другие вообще. Даже мои слова переврали в суде, которые я говорил, в постановлении указано совсем наоборот. Ты хотя бы не стрелял там на телевизоре, отдела полиции, в здании. Да. А то мало ли там... Как этот свидетель сказал, я... Поэтому еще не знаю, может, обвинение просто не предъявлено. Я своими криками отгонял жителей города от отделения полиции. То есть это был вообще эпик такой, красава. А что сейчас будет происходить? А сейчас очередное выдача постановления по делу Евгения, то есть суда не будет никакого, это я уверен, так фарс такой будет. Сейчас пригласят через сотрудников полиции, которые возражения выйдут в рамки, то есть свидетель очередной выйдет, выдаст возражение, и Женьке скажет, иди ехать досиживать 12 суток, которые всего в России. Который ты несправедливо не досидел. Да. Светлана, а вы когда так и видели свидетель? У административного правонарушения такое рассматривание, долгое просматривание видео, столько нет, приисков. Это вообще так очень долго рассматривалось, просто расцениваешь, что так долго рассматривали дело, именно для того, чтобы изобразить, что есть какое-то правосудие, по факту которого нет. Но он же сразу же перечеркнул все это, готовым решением. Зачем тогда? Хотя бы ушел, доиграл, там доиграть осталось, был буквально там 3 минуты доиграть. Да. Не доиграл, сломался актер. Вначале старался. Весело вообще. У меня в протоколе написано то, что я ходатайство о привлечении защитника Николая. Да? Ее допустили в Раменском суде в качестве защитника, она знакомилась с материалом дела. А тут судья сказал, что нет, нам хватит одного защитника. Меня известили о времени и месте рассмотрения. А люди спрашивают, а куда делась полоса защитника свидетельниц? А это вот эти лица передавали, да? Вон те вот. Передавали, да? Пойду и сниму. Очередная бумажка с возражениями. Да? Очередной фарс. Да, это морально прибыл. А какие лица? Не знаю. А я-то не знаю, кто. Вот эти лица это тоже участвовали в деле, да? Вот эти вот. Ну вот. Вот эти вот, да? Но получилось так, что участвовали. То есть судебные приставы позволяют им передавать документы. Мне не позволяют. А вы можете прокомментировать, на каком основании вы передавали документы? Могу пояснить, пожалуйста, что же я все-таки кричал, как основной. Вы говорили, что не хотел общаться. Вы не пожалуйста, подальше дайте нам пообщаться. Ладно, общайтесь. Подоговаривайтесь еще раз. Вашей преступной организации когда-нибудь придет конец. Так, вот и закончилось два заседания.
оба судебных процесса, двое судей решили оставить без изменений. Просто жалко свое время трачу, которое мне мама дала. Тратил время впустую, когда сценарий уже был весь расписан. Да, да, такое ощущение, что уже было заранее. Наконец-то. Все наконец-то доказали, что они действительно виноваты. Нет, самое главное, вот, что нечего было рыбаться. Вот этот весь бред, он приводит к тому, что потом будут покрышки жить, случайные люди. Вытаскивать за ноги из кабинетов чиновников. Я вот не очень понял, к чему вы в прямом эфире призываете. Не, я говорю, что вот эти все показания, они потом приводят к тем сценариям, которые были. Я к этому, конечно, никакого отношения не имею. Случайные люди могут просто принести горящие что-то предметы, поджигать, которые недовольны. Но это, конечно, а вы доволен? Нет, я недоволен, но я, конечно, закон не... То есть вы готовы приносить и сжечь? Нет. Я готов дальше обжаловать. Дальше. До Обамы дойду, естественно. Как еще? Обама меня спросил. А что сейчас было, расскажите, просто не всех курсов. Ладно, ребят, вкратце только. Судья сам по себе мужик зачетный. Видно, что он все понимал. В момент, когда мы ознакомливались с видеосъемкой, он мне сказал, что нашего свидетеля, у нас был свидетель Александр с нашей стороны, он сказал, я его немножко потроллил, прямо дословно. Вот. Тихо мне сказал, говорит, я его потроллил насчет того, что он официально не трудоустроен. Он постоянно, когда задавал вопрос свидетелю, постоянно говорил, товарищ свидетель безработный, ответьте на вопрос. Тут раз, потом опять, товарищ свидетель безработный. А знаете, что вот раньше статья была за то, что не работает? Вот такие моменты. Я, естественно, протестовал, говорю, ваша честь, почему вы так давите на нашего свидетеля? Ну, судья переименовал, говорит, может быть, он художник, то есть он умеет юморить, выводиться из этой ситуации сложно. Говорит, может, вы художник, может, вы там еще что-то. Вот Александр как раз вот против него судья. А потом уже, когда мы знакомились с видеосъемкой, судья мне четко сказал, говорит, я его немножко потроллил, ты ему скажи, что я не со зла. То есть, ну, безработный, может быть, неофициально работает. Я передай ему, чтобы он не обижался. Налоги просто не платят, да? Да, и я сказал, я много ничего говорить не могу. Вот. Самое интересное, ребят, судья два раза извинился. Да, судья, честно говоря, очень жаловался. Он без обеда сегодня, 5 часов, он частный человек. Трудовой кодекс нарушен вообще просто в клан. Постоянно называл меня по разным фамилиям. То есть я не замечание, я просто поправил судью. Он передо мной два раза специально извинился. Первый раз извиняюсь за одно, то, что я неправильно назвал, и второй раз извинился. То есть вот такой юморной, в принципе, судья с юмором. То есть, но оставил все равно. Самое интересное, ребят, он не планировал допрашивать данного свидетеля, Александра. Он отклонил ходатайство, а потом почему-то его вызвал. Я так понимаю, перепутал. Забыл. Мы не понимали, что происходит. А когда он пришел, он говорит, а что, сейчас уже бороды у вас можно отращивать? Он имел в виду полицейского, свидетеля. Александр тоже, естественно, этого не понимал. Представляете, какой цирк? Допрашивают свидетеля, который не по сценарию. Естественно, в зале все начали смеяться. Я говорю, ваша честь, а что, не по сценарию идет? Я вам еще это типа не припомню, но я учту это. Смейтесь. Ну, мы понимали уже исход, да, поэтому как-то пытались скрасить это время, которое просто впустую находились. Уже все было запланировано, расписано. Судья, пока мы смотрели видео на ноутбуке, он сказал, что я уже смотрел это видео, ребята. Ну, давайте для формальности посмотрим. Я уже видел. То есть я там пытался рассказать, где кто чего был. Он сказал, что свидетельница, кстати, которая по мне подставная была, ему такие типа женщины нравятся. Ну, это просто как человек. Как вот так. Я думаю, что здесь мало просто людей, издевался над вами. Мало людей, которые... Ну, веселился. Издевался над процессом, над правосудием, над законом. Он издевался, он понимал, что человек... Ну, что все равно оставит в силе, ну, давайте я немножко посмеемся, да. Да. И мы, конечно, удивились, когда он начал допрашивать, потом сцена пошла не так, как нужно. Он говорит, ребята, не знаю, снимали или не снимали, они сходились в общественном месте, они прошли на территорию открытую, то есть никто не охранял, не... то есть судья говорит, подождите. Ты присутствовал, да, сразу? Нет, я вызвал. Ты там присутствовал? Судья понял, что Александр это не тот свидетель, который нужен. Задерживали. Понимаете? Вот. И он начал, а когда Александр сказал, что он официально не трудоустроен, судья говорит, вы уверены сейчас? Как это? А Саша говорит, да, я без работы. Ну ладно. Такое. То есть бороду он не понял, что он полиции с бородой вроде бы тоже можно. У нас в Чечне, по-моему, с бородой ходят полицейские. Ну, вот. И второй момент, то, что он безработный. Он не понял, думает, что полиции совсем чего-то уже это безработный. Я сразу не понял, почему. Значит, да. Сценарий-то изменённый. Вот. Сценарий изменённый, потому что... А мы тоже не поняли. Отказали, ребят, по моим свидетелям все отказали. Просто без...
по-моему, объяснение причин, просто отказали и все. Евгений, как так можно быть? Это жалобы, чтобы вы оправдались? Был как... запланирован сценарий, да, о том, что, приговор оставил, решение суда оставить в силе. А тут судья лоханулся и вызвал свидетеля защиты. Это же апелляция. Это человек должен доказывать, что он невиновный, чтобы его оправдали. Как можно не вызывать свидетелей защиты? Все свидетели. Причем просматривал видео, я ему показывал на одного, второго. Вот они присутствуют на видеоролике, вы по ним отказали. Он говорит, смотрите, смотрите. Причем, понимаете, вот самое абсурдное, что допросить свидетелей, это ничего для него решает. Он уже все понимал, чем закончится, и это никакого решающего. Поэтому я ошибаюсь по фамилии, вы меня извините. Кстати, в конце этого заседания он тоже... Как ты думаешь, какой судья сможет дать другой приговор? Или как другой? Понимаете, у них явно, что уже все это решено было. Ну да. Это понятно. Но ты как, ты рассчитываешь найти сильного судью? Когда мы сегодня с утра к 10 часам приходили, приставы вот здесь на входе уже говорили, 207-й, 210-й и, по-моему, еще какой-то кабинет на месте. То есть это имелось в виду, что мы пришли. Поэтому... Вот все уже было заранее. За вами летят. Скажи мне, пожалуйста, уже здесь сядем. Скажи мне, пожалуйста, а что эта колоритная женщина с определенным типажом? Она что говорила вообще? Она сказала, что ей угрожают. Вот я ей там угрожал расправой какой-то. Он говорит, это очень серьезное обвинение. Ты уверен здесь? То есть она говорит, нет, ну он просто давил на меня. А каким образом? То есть начал допрашивать. А вот он сказал, мы знаем, где у вас кафе. Вот мы этот кафе, неизвестно, что сделаем. Он говорит, а что они сделали? Ну, я не знаю. Они много, и все. Он говорит, не надо здесь, если вы не знаете, говорить. Может, цветы прийти, принести, да? В процессе суда пристав немножко там поправил. Пристав пытался по яму сделать замечание, что-то пересадить его там с места на место. Судья сказал приставу, говорит, так, вы ему сделали замечание? Он сел, все, стойте ровно и не мешайте. Жестко так его как поправил. Ну, в принципе... Самое обидное это, да? Что кто-то отсидел трое суток. А кто меня позвал на интервью-то, а? Нет, вопрос. Первый раз депутат позвал. Задают свидетелю вопрос. Где доказательства того, что видели видеосъемку? В материалах есть фотографии. Я говорю, то есть на фотографии. Он говорит, факт видеосъемки налицо, говорит свидетель. Я говорю, какой налицо? Фотографии черно-белые. Где там видно, что мы что-то снимаем? Ну, там лампочка красная, как говорят. Фотография черно-белая. И вот здесь две антенны торчало еще. Съемку вел только Орел. Ну так вот, а я-то виноват за то, что интервью давал. Короче, я же давал интервью. Короче, по полной программе. Короче, полностью. Вот, ребят, если вас делают виновным, значит, вы не виноват. У нас судебная система перевернулась, ну реально, без шуток сейчас. На сколько? 360? Не на 300, а на 180. 180. Да. На 180 градусов. Гражданин, я вот сегодня еще раз убедился, если вам вносят приговор, либо оставляет в силе, да, это все, что... Чего нас никто не задерживает, я не понимаю. Может, это снимаем? Нет, все можно. Кстати, хочу сказать, приставы здесь просто идеальные. Они сначала что-то пытались там доказывать, в самом начале утром. Сейчас даже вот говорили, мы все сделали правильно, вы ведь не будете ничего писать там, все, мы только выполняли свою работу, не более почему того. Почему перед тобой сюда все извиняются? Же? Я не знаю. Я не знаю. Примеряются там, Струков. Честно говоря, вот... Ну, наверное, поэтому я не знаю, здесь... А, поэтому фотографии наши прислали, поэтому они знали, кто заходит, да? Банда вот, пришла, банда была. Я не знаю, показывал или нет, Андрей, пресс-секретарь сегодня здесь сюда нам разъяснял, где съемку можно, где нельзя, там в какой-то кабинет водил корови, не знаю. Что они там были за тему, не знаю. А мы написали. Дело в том, что женщина шикотичная, поэтому что мы будем? Ну и да, как-то она нас покорила своим неординарным поведением. Она путала два понятия, да, она говорила, что... Мы вам ничего не запрещаем, съемка везде разрешена, но нужно... Написать что? Чего-то. Да, но нужно что? Разрешение? Нет. Ну, если разрешение, значит, вы нам можете запретить. Нет, запретить я вам не могу. Тогда, значит, съемка разрешена. Нет, ну, нужно согласовать. Ну, значит, мы согласовали. А вы что, нам можете запретить? Нет, не можем. И вот нет, вот не можем, но нужно согласовать. Разрешение спрашивают на четвертом этаже снимать, а сейчас вы на третьем. Да, сейчас там два кадра на четвертом и только ему. Оказывается, снимали везде, по всем этажам, видео и не кадры. И вообще, вы наглые. Наглые. Знаете, как я... Ну, наглые наглецы, короче. Я мне сказал, я вам завидую. То есть, то ли я так воспринял. Я бы сейчас подходил, спрашивал, что вы имели в виду. Он говорит, я не могу много сейчас говорить, потому что пристав. Судья сказал, что он вам завидует? Да, судья, да. Он говорит, я вам завидую искренне. Я так понял, что то ли мы с нашей гражданской позиции, а он себе не может такого позволить. То есть, ну, я не хочу хвалиться, чтобы странно. Ну, вот странно, почему он прям в силе оставил? Ну, потому что он не может. Не может, да. Он на работе, он госслужащий, он, так сказать, зависимый судья, по сути. Поэтому
Друзья, если вам вносят приговор, значит, вы не виноваты. А в тюрьме все сидят. Я ни за что сижу, я не виноват. 99%. Адвокат у нас сегодня уже объясняла. Люди написали, что в Раменском суде приставов поменяли. Ну, даже уже так. Ну, смотрите, не знаю, что начали, в Раменском. Начали мы с приставов. Здесь приставов не надо менять, они очень хорошие. Вот я хочу сказать, Мособлсуд с приставов обалдел. Теперь точно поменяют. Да, очень плохие. Так что в столовую, кстати, я у судьи спросил, в столовую до каких работ, он сказал, я туда не хожу. У него отдельная комната есть, да. Столовая для судей. Да, которая работает. Ну что хочу сказать. Только что. Парни, вам здоровья желаю от души. Спасибо, ребята. Ну, да, все, чего, больше сказать нечего. Устали мы сегодня. Хорошее настроение, главное здоровье, денег нет. Какие творческие планы вас спрашивают? Друзья, держитесь, всего вам доброго, здоровья и всего хорошего. Всего вам доброго, денег нет. Решений нет. Дальше что будете делать? Дальше? Дальше чемодан, билет. Нет, нет, нет. Ну как, дальше обжаловать будем обязательно. Скоро узнаете. Куда обжаловать? А я не скажу пока. Мы будем с адвокатом. Секретная информация. Секрет, да. Но в России? В России или не в России, я Мучкину передавать это не буду. Но то, что будем обжаловать, это точно. Здесь вообще не исследовано вообще сами материалы вообще не раз. То есть я не знаю, это не суд, это уже запланированный такой спектакль. Короче, любой забор с колючей проволокой, бегите оттуда, иначе вы можете оказаться либо интервьюируемым человеком, да, и вас за это посадят, либо там оказались, что вдруг у вас телефон в кармане, который снимал. Ну, вот как сейчас, вот камера, да. Покажи. Да, потом получит 19 А по сути так и происходит. Вот, Андрей, покажи. Если его сфотографируют, черно-белую фотографию, будет видно. И будет полицейский, говорит, что он снимал. И там видно красную лампочку на черно-белой фотографии. Так, ну ладно, все, всем спасибо. Все равно хорошее настроение. Нет. Ну, ты все останавливаешься, активной деятельностью заниматься не будешь. Меня ждут. Да, я тоже самое. Я теперь буду постоянно в Раменское ездить, буду постоянно рейды проводить, ну, освещать события. Полиция, кстати, в Раменском тоже ко мне обращались. Говорит, если что-то случится, к вам можно обратиться, как журналист? Конечно. Если ваши права, полицейские, я к вам сейчас обращаюсь в Раменском, ваши права, если нарушены, обращайтесь либо к Орлову. Инкогнито, естественно, никто не узнает, кроме YouTube. Если реально ваши права нарушаются, я знаю, вы сейчас там перерабатываете, у вас куча жалоб идут в ваш профсоюз полиции. Вы нам пишите, обращайтесь, мы приедем. Инкогнито выясним информацию. Так, друзья мои, если его не остановить физически, это не закончится никогда, поэтому спасибо за трансляцию. Все, меня вводят 19-3.